20 августа в России празднуют День дворового спорта. Содружество активных жителей Люберец «Мой двор, мой город» ежегодно организует спортивные мероприятия в этот день. Сюжет из двора на Октябрьском проспекте подготовили мои коллеги. В День дворового спорта в Люберцах устроили турниры по стритболу и настольному теннису. В соревнованиях участвовали команды из Московской области и Москвы. Стритбол сегодня особенно популярен среди молодежи. Стритбол сейчас очень популярный вид спорта, набирает свои обороты, потому что попал в олимпийскую программу. Спорт очень зрелищный. У меня очень много детей, кто тренируется, выступает на соревнованиях, очень много желающих. Установили спортивные снаряды, настольный футбол и хоккей. Выступали артисты, ученицы клуба по художественной гимнастике, каратисты и тренеры по гиревому спорту. Все дети и взрослые нашли себе занятия по душе. Благодаря вот таким вот праздникам дворового спорта происходит и добрососедство, и развитие спорта, поддержание культурного наследия. Задача наша – вовлечь жителей как можно больше в активный образ жизни. Бегают, здесь много развлечений, поиграли в хоккей, посмотрели гимнастику. Так что дети, мне кажется, довольны. Мне тоже очень интересно. Наградить победителей и поздравить спортсменов с праздником приехал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Люберцы у нас традиционная территория спорта, но спорт должен быть не только профессиональный, в фоках, но и, конечно же, во дворах. Мероприятие отличное у всех настроений, действительно хорошая организация. Люди спускаются, выходят на улицу, выходят из своих квартир. И возвращение к тому хорошо забытому старому, когда выходили, играли в настольный теннис, футбол, ребята гоняли. Победительницей соревнований по настольному теннису стала 70-летняя Наталья Корзоватых. Праздник дворового спорта стал отличным напоминанием, что двигаться и быть здоровым можно в любом возрасте. Спорт для меня все. Спорт – это моя жизнь. Я в спорте 7 лет. Вы знаете, впечатление осталось у меня очень хорошее. Массовость мне понравилась. Как великий Амосов говорил, Николай Николаевич, кардиохирург, движение – это жизнь. Участники мероприятия уверены, что когда люди общаются между собой и увлечены одним делом, происходят только хорошие события. Этот спортивный праздник стал тому доказательством. Оксана Маринюк, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.